12 июня в Российской Федерации отмечался один из самых молодых государственных праздников – День России. В городах и районах Донецкой Народной Республики также прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. В Харцизске они были организованы на площади перед городским ДК и в парке культуры и отдыха. Сначала о том, что происходило на площадке перед городским дворцом культуры. 12 июня в 11 часов дня возле городского ДК начался праздничный митинг под названием «С Россией в сердце», приуроченный к одному из самых молодых государственных праздников Российской Федерации – Дню России. Площадка перед ДК наполнилась яркой символикой триколоров. Хочется всех поздравить с великим праздником, с Днем России. 7 лет назад мы сделали свой выбор. Мы шли тяжелые 7 лет с потерями, со всякими проблемами. Но мы люди с сильным духом, мы люди с кровью, с русской. Мы учим русский язык, мы храним исторические ценности, мы помним подвиги наших героев. У нас единая культура, единая кровь, единый дух с Россией. Поэтому я уверена, что правильно, что на это знамя России воссорилось и у нас. Митинг, а после него и концерт были организованы в рамках фестиваля русской культуры «Дни России» в Донбассе. Поэтому неудивительно, что все песни и танцы были объединены одной темой. Готовясь к празднику, коллективы тщательно подбирали репертуар и упорно оттачивали на репетициях свои номера. Ансамбль преподавателей Харцизской школы искусств выступил с авторской песней о Донбассе. Воспитанники детской фольклорной студии «Зорница» исполнили несколько трогательных патриотических композиций. Танцевальная студия «Черная пантера» представила несколько ярких хореографических постановок. Плюс ко всему, «Пантеры» совместно с ребятами из танцевального коллектива «Радость» подготовили ко Дню России тематический флешмоб. Танцоры внезапно появились на площади, держа в руках российские флаги. Россия, Россия.